Началось выездное совещание на Горького-Комсомольской. Здесь ливневка пострадала сразу по двум причинам. Ее повредили во время ремонта теплотрассы, а еще в канализацию проросли корни старых деревьев. И после осадков на перекрестке образуются целые озера, сильно затрудняющие движение. Деньги на ремонт этого участка есть, подрядчик и сроки работ определены, рассказала начальник городского управления ЖКХ. Планируется с 25 августа по 28 августа будут выполняться работы по закрытию улицы и прокладке поперечника, который будет собирать воду с данного участка и будет уходить в коллектор в дальнейшем на улицу Калинина. Восстановление ливневки на Горького-Комсомольской и еще трех участках профинансирует область по программе модернизации ЖКХ. В список вошли Студенческая в районе пересечения с Игнатьевским шоссе, Мухина от железнодорожного переезда до Пролетарской и Пионерская от Зейской до Ленина. Все ясно и с некоторыми другими участками ливневой канализации. Например, на Зейской Шевченко ливневку отремонтируют к 10 августа, а через квартал отсюда, на Зейской Пионерской, к 10 сентября. Работы проведут параллельно с реконструкцией канализационного коллектора, который идет уже не первый год на всем протяжении улицы за федеральные деньги. Кстати, Зейская на всем своем протяжении в зоне риска. Она расположена ниже, чем соседняя Ленина, и поэтому вода во время дождей скапливается именно здесь, если, конечно, не уходит в стоки, как положено. А не уходит она потому, что степень износа системы ливневок на сегодня составляет 70%. И не только на Зейской, но и по всему городу. 50-х годов застройки, уже тополя корнями, то есть труба уже засорена. То есть мы сейчас еще туда проедемся, посмотрим в рамках того финансирования, которое у нас есть в бюджете, что мы можем сделать, подумаем по этому поводу. И наша задача вот эти 13 проблемных участков ликвидировать. Комиссия в субботу побывала на 11 участках. На некоторых из них работы начнутся уже в ближайшие дни. Ремонт ливневок градоначальник намерен держать на личном контроле. Анна Шадрина, Михаил Величкин, программа «Город».